Уважаемые программисты, вот это документация. Вы хотите получить гайд, с чего читать документацию. Корень проблемы вот здесь. Прочитайте, пожалуйста. У вас есть минута времени, чтобы найти, что не так. Даю правильный ответ. Итак, это исходный код этой функции. Это документация этой функции. Это мысли с головы по работе с этой функцией. Здесь нет с чего начать. Нет системы. Если системы нет в голове, то есть не заложено с чего начать, а начать надо с определенных строго вещей, то это не будет увидено в исходном коде, это не будет прочитано в документации. Хотите гайд, как сделать так, чтобы и документацию читать, и код лип с головы? Посмотрите это видео, оно в описании. Я не знаю, что мне сделать, как мне стать программистом. Код вот таким образом липнет к голове реально. Спасибо.